Всем доброе субботнее утро. Мое утро началось с черенкования. Хожу периодически, формирую свои кусты маточные в грунте. И все, что остается после формировки, я беру на черенки. Вот сегодня очередь дошла до гортензии Be Happy. Очень красивый сорт, такой полумотыльковый, слабый аромат такой издает. Красивая гортензия. Вот сегодня хотела рассказать вам, что мой участок одолели не только клещи, но и муравьи. Наверное, в этом году это так у всех, но вот я чуть не потеряла один куст Magical Candle. Вовремя, конечно, я заметила. Смотрю, что один кустик у меня в горшке. Он рос. Он не совсем не развивается. Все кусты уже даже бутоны набрали. А этот сидит вот такой вот, 3 миллиметра всего почечки на стволе. Вроде бы и не умирает, но и развития никакого нет. Ну, я думаю, наверное, в горшке ему тесно, плохо, хотя весной я все горшочки заправляла осмокотом. Ну, вот нашла для него место, подготовила посадочную яму и вытащила его из горшка. Конечно, когда я это все увидела, меня чуть Кондратья не хватил, потому что там такой город из муравьев. Целый город со всеми социальными объектами, мне кажется. Там были и садики, и школы, и не знаю что. Целый город муравьиный. Ну вот, все мне стало понятно, почему он не развивается. Все, я быстренько выбросила весь этот грунт. Нашла чем посыпать, чем полить. Поливала со страху всем, чем можно. Вот. И теперь он у меня в грунте, он на следующий же день раскрыл вот эти листочки, которые у него были даже вот такие маленькие-маленькие. Ну, я корневином пролила. Вот, так что, вот если у вас есть такая же история, что гортензии растут в горшочках, но они не активные, вот есть такая вероятность, что там кто-то поселился. Да, когда я вытащила, там корневой системы практически не было. Вот все всасывающие корешки были съедены. Но еще бы немножко, конечно, и куст не выдержал бы. Они сожрали бы его окончательно. Вот такое дело. Вот черенкую. И вот снизу обрываю листики. Получается, что у меня черенкование получается на две почки. И верхушка. Вот так вот остается у меня верхушечка. Там уже бутончик завязывается. И здесь при отрастании можно сделать перечеренковку. Ну вот столько мне нужно обработать. Еще вот здесь. Бросаю в водичку с хомом. Хом на глаз. Бросаю на глаз, чтобы такая была концентрированная. Концентрированный такой раствор был. Ну, недолго они у меня здесь лежат. Вот пока я черенкую, они там у меня лежат. Ну, вот сегодня что хотела вам рассказать про муравьиную напасть. Я буду дальше черенковать. Вам всего хорошего. Хорошей субботы. Всем пока.